И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша и... Даша и все. И вы на канале Family Boy TV. Подпишись скорее на Family Boy. И сегодня поиграем в карту Roblox «Дыра в стене». Но Алена уже пошла в садик, поэтому ее и нету. А у меня все еще пока что, как вы поняли, летние каникулы. Но они уже у меня заканчиваются. И уже у нас... О, смотрите, монетка там, но я не буду идти. Я что-то слышу. Вот! Ой, тут еще и подзависает, блин. Опа-на! Еще одна дыра! Как тут все быстро! Где? Ребятки! Быстрее бежим! Где еще? Вот там что-то! Вот. Где? Вот! О, нет, ребятки! Что ж мне так сегодня не везет? Ну и ладно, ничего. Чем тут можно позаниматься? Тут можно попрыгать, как в побеге. Вот это... О, все, игра закончена. Я на втором месте, и, короче, бла-бла-бла. Я получила 30 монеток, 18 монеток, с 30 улучшалочек и что-то там еще. А бриллиантов я не получила. Хотя я на втором месте, а обычно дают бриллианты за первое место. Ну ладно, ничего. И так их можно пособирать. Мне только один бриллиант дали, и я два еще собрала, поэтому у меня 3 бриллианта всего. Но это уже не в этом видео, это я просто пробовала в нее играть, и мне очень нравится эта игра. В принципе. Опа, тут бесконечно эти прыгалки, блин. Смотрите, я докуда допрыгала. И мы начинаем нашу игру. Боже мой! Дыра в стене! Где? А, мне даже можно вот так чуть-чуть двинуться и все. Ну, еще чуть-чуть. Где что? Вот, есть. А кто-то просто промахнулся. Игра закончена. Я на втором месте и, короче говоря, я получу 9 вот этих, как это называется? Монеток. 9 монеток, чего-то там еще. О, привет, СПК! Я помню тебя! Я его называю всегда СПК почему-то. Да, просто привычка. Не могу от нее отвыкнуть. Со мной, кстати, уже давно кто-то не играл прямо на видео, поэтому передаю тебе привет! Большой привет! Я буду прыгать дальше. А почему именно когда я начала прыгать? Ну ладно, ничего. И тут какая-то фиолетовая база. Да? Да? Где? Вот! Я не успею! Зачем я в самую дальнюю, блин, пошла? О, СПК умер. Ну не умер, короче, проиграл. Я не в том смысле сказала. Опа! Я на первом месте! Более СПК на втором месте. Если я правильно, конечно, назвала. Ну, как я так понимаю, я правильно. Обалдеть, тут топики. Топики, привет. Что за мной ходишь, как змейка? Я такая змейка, а за мной мой питомец. Это я что такое сказала, конечно. Осталось 10 секунд. Что мы будем делать? Вот мы тут был нубик.
я бы вам показала с удовольствием. И начинается игра! Игра тут чекпоинты! Где мы все-таки, блин, рождаемся? Где? Вот! Девочка, конечно же, за монеткой. Это 100%. Там какая-то... Вот, мне кажется, тут дыра. Вот, да, рядом. А, сзади! Уже все проиграли, потому что они не видели. Вообще, по логике. Там препятствия, ребятки! Тут закрываются двери и открываются! Опа-на! Пока мы не проигрываем! Быстрей! Есть! Опа! Мы получили 10 монет, потому что мы прошли половину игры. Смотрите! Вот сейчас вот эта дыра. Где? Что? Опа-на! Это звезд! Обалдеть, ребятки, вы это видели? Там были звездные войны. Мне это так понравилось. Вообще, так оригинально. Но, блин, почему? Ну, ребятки, я... Вообще, я ни разу столько много времени не играла. Я посмотрю пока на СПК. Если он вообще выиграет. Он не выиграл. Ну, я на втором месте. У его 18, у меня 14. То есть у нас самое долгое. Я получила 42 монеты. Это очень много за один раз. И один бриллиант. Это круто. И сейчас у нас 30 минут перемена. Ю-ху! Можно делать все, что захотим. Я буду прыгать. У меня перемены, я буду прыгать. Блин, жалко то, что я проиграла. Я тоже хотела на первом месте побыть. Вот, там СПК идет. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Привет, девочка. А, ты что меня столкнула? А я тебя тоже, ха-ха. Ага. У меня этот был чекпоинт. Я тут стою. Конечно, не обязательно. И сразу все побежали. Я успею. Это 100%. Я уже вам говорю. Вот там зеленая. И Борис пока не успеет. Как вы уже увидели. Ага. Вот. Идет ко мне. Иди сюда ко мне. Я буду через тебя прыгать. Опа. Как близко, блин. Ребятки, я очень переживаю. Нубики! Это же нубики! Привет, нубиски! Нуб! Я наконец-то тебя увидела! Как я рада! Как я рада! Это же нуб! Блин, у меня такая реакция была на нубики. Это вообще это было класс! Я так хотела нубов! Вы не представляете. Я мечтала о них просто торт. Нет, по секрету я вам скажу. То, что я на день рождения хотела торт. Балди. Потому что я так эту игру полюбила. Это вообще, это просто нереально. Я в Роблоксе каждый день в нее играла. Но перестала. Но играю все еще. Ну, вообще. А теперь мне хочется с нубами. Торт. Ну, у меня уже день рождения прошло, мне исполнилось 9 лет, и все так. И тра-ля-ля, тра-ля-ля. Я успею. Опа-на, идем сюда. В эту дырку вселяем. Где? Вот, фиолетовая, там какая-то штука, нужно бежать сюда. Там что-то появилось. А, вот, вот это. Успела. Вот зеленая, нужно бежать сюда. Нужно никогда не стоять на месте, ребятки. Вот то вы проиграете. Вот в чем и секрет.
Смотрите, тут ходилки. Опа. Куда идти? А, вот. Где? Нет! И я на первом месте! У меня 9 баллов каких-то. У меня 49 улучшалок, 27 монеток. У меня уже 300 монеток. Интересно, что можно купить? Давайте посмотрим. За 100 робоксов можно купить монетки. Но нет, у меня даже нет робоксов, поэтому все понятно. Да, со мной. Ой, блин, как все дорого стоит. 4... Я бы купила вот эту радужную. Класс, они такие классные. Только, блин, самая дорогая... А, вот, а, это бриллиант. Дорого что-то все. Стоит. Коинс, блин, ну, короче, все понятно. Все дорого стоит, и... Я последний раз играю и буду с вами прощаться. Да, это так весело, но нет. Это не весело. И смотрите, это дыра в стене. Смотрите, вот такая дыра в стене. Ну что-то так нечестно. Это тоже СПК. Вы видели? Это может быть сестра. Кстати. Я что-то не совсем поняла. Может быть, реально. Они просто зашли в карту, которую я есть. Посмотрим потом, кто... Но выигрыш, что-то я не понимаю. Просто увидела название девочки там. Было в конце. Я на первом месте, как вы думаете? Нет, я на втором. Лиза СПК. Значит, это, наверное, сестра. У... Борис ПК. И я получила сколько-то там монет. Ну, а я хочу сказать всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Подпишись скорее на Family Play. Всем пока-пока.